не объявляют, да, нам газоват как священная война. Да. Христианство же не подразумевает собой ненависть к мусульманам. Как вы относитесь к мусульманам? Нормально отношусь. Я к ним, в принципе, не отношусь, но люди, они, наверное, нормальные. Наверное. Да. Ох, нейтрально на самом деле. Я считаю, нет плохих национальностей, религии, есть плохие люди, которые просто портят впечатление. И проблема в том, что, возможно, половина, либо большинство иммигрантов, которые к нам приезжают, они себя ведут, можно сказать, не самым хорошим, не самым лучшим образом, выставляют, в принципе, представителей остальных своей же религии, своей же национальности. Но у меня, допустим, есть 3 человека, мусульманина, весьма хороших, которых я уважаю, с которыми я хорошо общаюсь. Так что нейтрально, в принципе. Хорошо отношусь. Я не считаю их... Они такие же жители земли, как и я, и хохлы, и также... И украинцы, и татары, и монголы. Такие же люди. Хорошо отношусь. Нация, как и все нации. Это не нация, это религия. Религия? Религия, как все религии. Вы знаете, они не все плохие. Не все плохие. Нет. Угу. Не все, хоть и Чечня, и все вот это вот. Все мы прошли. Угу. Вы знаете, так обидно все-таки, а за Россию обидно. Все уезжают в Америку. Я сам атеист, но имеется в виду, для меня конфессии нормальные, да, если они там не объявляют, да, нам газоваты или джихад. Не, ну джихад это не так страшно, да, еще вот газоват как священная война, да, это другое дело. То есть без истребления, без ничего, то есть... Абсолютно все нормально. То есть, если они, ну, золотое правило морали, да, как к тебе, так и мы к ним. Так что, даже наоборот, я заинтересован, вот сейчас меня мало интересовал Восток, да, сейчас вот Ближний Восток для меня стал интересом, то есть объектом интереса, да, и если говорить о их языке, да, арабская вязь, очень красивые вещи, то есть, ну, туда стоит проникать, в эту культуру, да, и она вызывает интерес, поэтому положительное, нейтральное, вот так вот. Братья? Братья наши. Конечно. Бог един, Христос и, я не знаю, там, и Аллах, они все там. Ну, хотя, почитайте Коран, Евангелие, там, все очень, все похоже. Масонство убивает, понимаешь, Россию, масонство, блин, евреи. Так. Душить их надо. А к мусульманам вы как относитесь? Я сам мусульманин. А. Ну, а так, по вероисповеданию, конечно, я тоже положительный. Но почему Ельцин дал именно евреям? По миллиону в 90-х годах, но не россиянам. Прекрасно. У меня лучшая подруга мусульманка. Ух ты, неожиданно. Я атеист. Положительно. Я просто верующая. Ну, я вообще ко всем хорошо отношусь. Вы христианин? Да, христианка. Христианство же не подразумевает собой ненависть к мусульманам? Нет. Поэтому как вы к ним относитесь? Хорошо, ну я ответила хорошо. Я ко всем людям хорошо отношусь. Положительно, мы сами мусульмане. А, серьезно? Да. Как вы относитесь к мусульманам? К мусульманам? Ну, если они не направлены... Ну, если они не мусульмане, то нормально. Не, ну если они не целенаправленно, то есть продвигая свою религию, не шахиды и прочее, то тогда, типа, нормально вообще. То есть если не взрываются, то окей? Ну да, есть нормальные, типа, ребятки, типа, сам знаком с ними. Прикольно. Ты как? Аналогично, наверное. Да, здорово. Мир, любовь, хорошо, круто. Да. Позитивно, классные ребята. У меня в друзьях есть такие люди, очень крутые, реально. Да. Мы, в принципе, мы, типа, не ты отличаем людей. Нет, не только. У меня много друзей, ну, типа, у нас много друзей мусульман, поэтому, да. Да, но при этом они никак не отличаются. Мы их хорошо общаемся, да. У вас есть друзья мусульмане? Очень много, и ребята вот такие кайфовые. Нормально отношусь. Нейтрально. Почему нейтрально? Или хорошо быть? Я не хочу сказать. Я верю в своих богов, не запрещаю другим верить в своих. Понял. Всего лишь навсего. Что христианство, что мусульманство, это как религия книги. Такое понятие было. И было такое, это вот сейчас переврали, извратили. Не должны были враждовать представители, последователи книги. Сейчас вот такое возможно. Всего лишь навсего. Позитив, люблю людей. Прикольно, всех. Спасибо. Да вполне нормально, у меня дядя мусульманин. Я сам еврей по национальности. Ой. Каждая вера своя. Ну, тут, ну, хорошо, блин. Я к каждой вере как бы отношусь я хорошо. Понял. К мусульманам я отношусь нормально, потому что, ну, повторюсь, это их выбор, их субкультура. Угу. Это точно так же, как относиться, наверное, к музыкальным группам. Или к панкам. Да. Отлично. Я сама была панком, поэтому. Я тоже. Ну вот. Положительно отношусь. Вообще очень положительно. Все религии, ну даже интересно их религию тоже изучить, на самом деле, хоть я и православный. Да нормально. Мусульманам. Я к ним отношусь хорошо, нейтрально, спокойно. Никак, ничего плохого не имею про их религию. Да нормально.
Ну, нейтрально, да? Ну, как бы мне все равно. Ребята прикольные. Нейтрально абсолютно. Спокойно. Как вы относитесь к мусульманам? Тоже спокойно, толерантно. Нейтрально. Я ко всем отношусь положительно. Ну, хорошо отношусь, нормально. Положительно. С пониманием. Конечно. Да, нормально. Ничего такого. Нейтрально. Ну, вообще прям полностью нейтрально. Как-то, да. Хорошо. Нейтрально. Ко всем религиям хорошо отношусь. Нейтрально. Никак у меня. Друзья многие мусульманы, ничего. Ну, ты скажешь, что ты мусульман. Ну, короче, нормально. Ну, да, то есть у меня много знакомых. Положить, ну, как, ни горячо, ни холодно. То есть нация нормально отношусь. Как вы относитесь к мусульманам? Нормально. Нейтрально, среднеположительно. Положительно, ну, то есть не выделяю их никак. Тоже хорошо. Ну, нейтрально. Работаю, как бы, сталкиваюсь.